Ребята, сегодня у нас вторая часть видео. Пробую итальянский вкусняшки. Кто смотрел видео 24 часа? Папа говорит только да. Хотя бы она сейчас крутится. Вот, у меня сейчас будет два видео в один день. Она сейчас закрутится, и я выставлю это. Вот. Если вы посмотрите, то вы можете увидеть там все вкусняшки, которые я сегодня вам буду показывать. И перед началом подпишись, лайк, ссылочка на инстаграм тоже в описании. И не забудьте написать коммент. И можно сказать обо мне друзьям. Мне будет, ну, очень приятно. А, мы переходим к видеоролику. Поехали! И первая наша вкусняшка. Такое мороженое. Я без понятия. Но оно было холодным от дерева. Ребят, их тут две штучки. Вон там еще одна. Смотрите, как оно тут открывается. Открыла. Вкусненькое. Но, правда, еще потрясающая, но вкусняшка. Ставлю этой вкусняшке 5/5. Нямка. Мороженое было нямка, а мы переходим к следующей вкусняшке. И это у нас Kinder Biscuits. Я думаю, самое время его попробовать. 5 штучек, и надо макать его в молоко. Иду за молоком. И вот я уже открыла Kinder Biscuits. У нас таких я не видела. И вот мое молочко. Пойдите. И вот это. Просто его кусить. Классно. Она с шоколадом или с каким-то кремом. Давайте макнем его молочко. Вот. Так тоже очень вкусно. Ставлю этой вкусняшке 5. Третья вкусняшка, а это вот такой вот йогуртик. Он со вкусом малины и ванильки. Ложка в кадре. Давайте. Ну. Вкусненький. Вкусняшечка. Заморозился. Переходим к следующей вкусняшке. Я забыла поставить оценку прошлой вкусняшки. И я ставлю ей 5 баллов. Она была очень вкусная.
Посмотрите на эти маршмеллоу. Они такие красивые и такие мягенькие. Давайте сделаем челлендж «Пухлый кролик». Пухлый кролик. Пухлый кролик. Пухлый кролик. В общем, мне больше всех нравится маршмеллинка вот такая. Она как косичка. А сами маршмеллинки очень мягкие, пушистые и очень вкусные. Ставлю 5 баллов. Следующая наша вкусняшка — это вот такая шоколадка. Шоколадочка. Как я вам уже говорила про странное видео, оно, наверное, вот кубиками, а не целой полоской. С клубничкой все. Давайте посмотрим. Что я тут понаскрываю? Блин. Смотрите, она тут так аккуратненько вытащена и вытянута разом. Смотрите. Вот, смотрите, я вам видно или нет? Вот. И вот видите, они, вот они такими кубиками, как я и говорю. Классная. Очень вкусная вкусняшка. 5 из 5. Чем я показываю 10. Видео пока очень хорошо идет. Мне нравятся все вкусняшки. И наша следующая вкусняшка. Может, оставим, может, нет. Я не запуталась уже. Это вот такие вафельки. Самое время попробовать. Закрыть. Опа, скрываю. Что мои маршмеллинки остались. Нет. Нет, это не очень. Мне не нравится. Ставлю 2 из 10. Последняя вкусняшка — это вот такие вот натальные палочки. Натальные пальчики. Натальный батончик. Самое время попробовать. Очень тяжело и долго я их открывала руками, пока не додумалась взять ножницы. Это вот такие натуральные батончики, и 6 штучек тут. Давайте. Смотрите, как батон. Мне это именно его напоминает. Тут у меня сырочку. Мне еще осталось маршмеллоки. Невкусная вафелька. Не советую никому. М-м-м.
Новелка. Толка мне понравилась больше всех. Сейчас мы подведем итоги всех вкусняшек. Самые невкусные вкусняшки оказались вот эти вот вафельки. Их я оценила 2 балла. Нечего ему подведать. Потом вот этот вот йогурт. Он, в принципе, вкусный, но такой. Потом шоколадка. Вот они все на одном месте, на втором. Еще маршмеллики. И киндер бисквит. На втором месте, вафельки на третьем. А на первом месте Ван Лав Нутелла. Моя любовь. Всем пока-пока. Я пошла кушать нутеллу. Ладно, это шутка. Ладно. На этом наше видео заканчивается. И мои вкусняшки тоже для вас. Но не расстраивайтесь. Следующее видео будет уже завтра. А может быть послезавтра. Зависит от того, как я его смонтирую. Обязательно смотрите видео первую часть про итальянские вкусняшки и 24 часа папа говорит только да. И, конечно же, это видео тоже так вы должны досмотреть до конца. Не забудьте подписаться, поставить лайк, написать комментарий и подписаться на мой инстаграм. Ссылочка в описании. Я буду очень рада. А еще вы можете рассказать о моем канале друзьям. Всем пока-пока!